126 сургутян претендуют на кресло в парламентах разных уровней. Накануне в территориальной избирательной комиссии города завершили прием и обработку документов от желающих принять участие в выборах. Так, 18 человек стали кандидатами в депутаты окружной думы по 4 одномандатным избирательным округам. Все они представляют политические партии. Одному человеку было отказано в регистрации, он предоставил неполный пакет документов. 8 сургутян претендуют на места в областном парламенте. Что касается городского парламента, то здесь стать депутатами пожелали 99 человек. В числе допущенных представители парламентских партий и 38 самовыдвиженцев. Не прошли процедуру отбора по документам 20 человек. 5 кандидатов написали заявление об отмене своего выдвижения. 7 кандидатов не предоставили документы на регистрацию. И 8 кандидатам было отказано в регистрации из-за недостаточного количества достоверных подписей. В том числе у 2 из этих 8 была выявлена и судимость, которую они не уведомили Территориальную избирательную комиссию.